Добрый день! Сегодня я вам расскажу, как правильно подключить тюнер к телевизору. Для этого нам понадобится антенна и сам Т2 приемник. Для начала подключаем тюльпаны в тюнер. Красный, белый и желтый. Или же HDMI кабель, если у вас доступен этот разъем в телевизоре. Вставляем его в тюнер. Также блок питания подключаем в тюнер. И антенну в антенный выход. Берем пульт и вставляем в него батарейки. Вот сюда. Все, пульт готов для использования. Теперь берем блок питания и включаем его в розетку, для того, чтобы загорелся индикатор. К телевизору аналогично подключаем RCA кабель, согласно цвету. Желтый, белый и красный. Также в некоторых телевизорах есть только два разъема, белый и желтый. На работу это никак не влияет. Красный отвечает как стереозвук. Можно подключать белый и желтый. Для начала берем пульт от телевизора и переводим его в режим в зависимости от кабеля, который мы подключаем. Если же мы подключаем тюльпанами, переводим его в режим AV. Если подключаем с карт кабелем, переводим в режим с карт кабель. Если подключаем HDMI кабелем, переводим в режим HDMI кабель. На данный момент у нас подключено тюльпанами, то есть переводим в режим AV. Теперь пульт от телевизора отлаживаем и берем пульт от тюнера. И здесь выбираем пошук каналов. Пошел поиск каналов. Поиск каналов примерно занимает где-то 1-2 минуты. После поиска каналов нажимаем ОК на самом пульте тюнера. Все, пошел просмотр каналов. Буквально за 1-2 минуты мы имеем доступ к 32 цифровым каналам и можем наслаждаться просмотром. Если у вас не получилось перевести телевизор в режим AV, смотрите видеоролик номер 3. В случае, если у вас не нашло каналы или было найдено всего 8, 16 или 24, смотрите видеоролик номер 4. Спасибо за просмотр. Интернет-магазин Т2 ТВ.